Но что с того, что я там был? Я был давно. Я все забыл. Не помню дней. Не помню дат. И тех форсированных рек. Я неопознанный солдат. Я рядовой. Я имерек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я крепко впаян в этот лед. Я в нем, как мушка в янтаре. На 59-м году ушел из жизни известный актер театра и кино Юрий Потапенко. Печальную новость сообщили на странице молодого театра. Что именно стало причиной смерти, неизвестно. Однако в театре сообщили, что 2 недели назад актер жаловался на боли в районе сердца. Отметим, Юрий Потапенко – актер театра и кино. В молодом театре артист проработал 32 года. За это время он успел сыграть в таких спектаклях, как «Гагарин» и «Барселона», «Очарованный момент», «Осенний блюз», «Соломея», «Сватанье на Гончаровке». С 1988 года Потапенко снялся в 56 кинопроектах. Исполнил роли в фильмах и сериалах «Каменная душа», «Это мы, Господи», «Казаки идут», «Тупик», «Остров любви», «Выкуп», «Сад Гефсиманский», «Городской романс», «Без особых примет», «Развод и девичья фамилия», «Русское лекарство мажор», «Женский доктор», «Смерть шпионам» и многие-многие другие.